В концертном зале Саровского драматического театра собрались ветераны, свидетели войны и будущие защитники Отечества. Праздничный вечер начался с поздравлений от первых лиц города. Представители власти отметили, что Саров и каждый его житель имеют огромное значение для обеспечения обороноспособности нашей страны. Мы выражаем все огромный низкий поклон и глубокую благодарность жителям нашего города за вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, за патриотическое воспитание молодежи, за воспитание наших детей, за воспитание наших внуков в духе патриотизма. Поздравления сменились концертом Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Для виновников торжества со сцены прозвучали песни военных лет, народные музыкальные зарисовки, жизнеутверждающие композиции эпохи Советского Союза. Гости вечера вспомнили сотрудников ядерного центра, которые погибли в страшной трагедии под Архангельском 8 августа 2019 года. Им артисты посвятили песню «Твои следы» Муслима Магомаева. Программа концерта несколько раз менялась. По словам художественного руководителя коллектива Дмитрия Дмитриенко, музыканты с особым трепетом подбирали каждую композицию. Перед самым началом концерта мы опять немножко кое-что изменили, кое-что поменяли. И даже во время концерта, вот после как раз песни «Твои следы», где появились фотографии вот этих замечательных, увы, к сожалению, погибших героев, настоящих героев, сынов Отечества. Мы даже немножко тоже изменили, не стали после этого исполнять то произведение, которое было запланировано. Вот как-то эта программа вся сегодняшняя, она как-то вот так вот была вот через сердце прошла, через душу. Не просто вот сложилась в виде жанровых каких-то, так сказать, принадлежностей, а вот как-то она вот так вот выстроилась, и такое же ощущение во время концерта было абсолютно. Защитников Отечества всегда сопровождала народная музыка. Она мотивировала, придавала силы, поднимала боевой дух. Сейчас ее чаще можно услышать в современной обработке, но неизменным осталось одно – искренность и душевность русской песни. Она такая особенно душевная, она попадает, каждое слово любой песни, оно попадает в самое сердце, и неважно, стар или млад, если это настоящее, то оно достигает самого сердца, самых глубин и важных каких-то струн, которые всегда мы обязаны будить. Концерт ансамбля «Россия» стал отличным подарком для саровчан в преддверии Дня защитника Отечества. Коллектив гастролирует по всей стране и за ее пределами, выступает перед военнослужащими в зонах боевых конфликтов, передавая в песнях красоту нашей страны и дух русского народа. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».